Он-то где? Вот сегодня мы пришли. Пока Владимир здесь, попробуйте еще зайти. Ну а дальше тут вот он помогает нам. Хлюпальщик. Давай, давай. Хлюпать? Проходи, проходи ближе к нему, чтобы веревку подать. Прямо тащи к нему веревку. Сергей пошел веревку передать. Все. Тут Володя, а там Сергей. На берег. Ну и пошли вперед. Прямо вот среди. Карасик уже один есть. Сергея пустили, остановили и сказали, проверь мотню. Вот он ее проверил. Снимаю, так опасно. Вот по берегу идет Егорушка, бьет. Тут Володя. И там второй Володя тащит. И маленько, маленько поближе к берегу и шлепай по этой палочкой-то. Сейчас вот здесь надо будет выпрямить. Так, отойди в сторонку пока. Тут надо теперь из этого выгонять, хлюпать. А здесь вот вылазит Сергей. Все, вытаскивайте. Наклоняйте как вот так. Во. Все, подпирайте. Все, Владимир, иди помогай. Может, что-то и есть, а может и нет. Один Бог знает. Быстрее помогать. Помогай скорее. Тебе надо утащить. Давай, 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 давай. О! О, она выскакивает. Сколько? Пошел! Пошел, пошел, дальше, дальше. Берите за эту вот. Давай, тащи, тащи, тащи. О, богатый улов. Еще. Ну все на этом. Все, Егорушка, все, некого там гонять. А то, говорят, браконьеры привыкнут. Люди даже не знают, что здесь ничего не было сухое. Это мы подняли воду. Здесь по колено воды было, там на самом озере. А сейчас 3,5 метра. В общей сложности 1,5 миллиона почти влупили в эту в землю. Бульдозер вот сегодня должен прийти опять. Опять готовит 1250. Они увидели мальков. Тут все вымерзает. Теперь эту подтаскиваю вот этот, чтобы открыть-то. Вот эту подтаскиваю, мотня-то, чтобы открылась. Егорушка, помогай ему. Ты сам ищи работу эту. Дети браконьерами вырастут. Заботятся о детях. 120 миллионов убили в утробе за перестройку. Жалобщики. Жалельщики, как сказать. Так, бери, неси ведра, там еще флягу принеси сюда. Прорвалось вон где. Много прорвалось, ушло, ну, кое-что осталось. Сейчас этот здесь Сережа подъедет. Да ты принес ведро, там мы положили. Ты что, я тебя поставил, ты его взял. Ведро возьми, еще что-то. Подальше. Ну, сказал принести, сразу принес. Нет, другая команда перешибает. Вот так, теперь, которые там чистили, в субботу туда надо проверить. Сумеет, нет, протащить. Дети браконьерами вырастут. Все загублено. 21 тысяча сел, прудов. И это молчок. Увидали тут. Тут ничего нету. Сорная рыба. Сорная. Вся она погибает. Зимой ее не будет. И полностью принадлежит нам. Сделали за пруду. Вот оно сейчас покажу. Перекрыли шлюз. Все это уходило. Сегодня тут бульдозер будет работать.
лишь из камня. Сколько КАМАЗов камня, это все привезти, деньги, сваи забиты. И все это промерзает до дна. А там внутри останется. Увидели жалельщики. И такие распускают слюни и сопли, страшно считать. Убийцы, прелюбодеи. Все пробудились, увидели. Так возьми ведерко, Егор, иди вон туда, там собери. Ребенок научится, будет браконьером. Вот придумали что? А где он будет браконьером? Где пруд сделает? Все понимают, что это тоже наша Потеряевка. Чуть-чуть и не будет ее. О, Сергей Павлович сейчас машинку свою подгонит. $120 миллионов абортов за перестройку. Миллионов, не мальков. Детей. Это новое поколение сейчас бы росло. Как пишет Менделеев Дмитрий Иванович. Если бы мы победили большевики, на его основах теперь говорят, нас было бы 650 миллионов. Комсомольская правда. На развороте. 500 миллионов сожрали людей. Людей. Подряд все расстреливали, класс за классом высекали. Даже Путин был где там... Бутова, и то чудовищно. Да что же это, чудовищно. А сам к этой системе полковник принадлежит. И то чудовищно. А тут увидели мальков рыбы, которая погибнет. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так, отойдите оттуда пока. О, хорош. Жалельщики. 500 миллионов людей сожрали. И вот это, что показываем, это все сухо было. Этого отрожка не было, даже во время колхозов не было. Это все мы подняли уровень воды, чтобы не прорвали. Теперь там опять придется 2 пруда поднимать плотину. Прочистить только 1 пруд. Прочистить готовый пруд. 1 миллион запросили. 1 миллион. У меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. Вот и все. А брать-то больше и нечего. Такие, как есть. Это у нас сегодня 24 июля 2019 года. Решили, пока еще гости есть. Дальше быть. Да бросай туда дальше, не смотри, там какая-то одна рыбешка. Ну, Егорушка уже сколько собрал. Давай. Смотри, под ногами берёрка рядом ставь. Ребенок учится кормиться на подножном корме. Приезжает издалека. Вот я начальник детского лагеря, 45 лет. Ни рубля. Государство не помогло. Только гнобили, комиссии давили. Тысячи детей подняли. 45 лет. Вот сейчас 48-й год у меня уже занимаюсь с детьми. В другом вариации. Пришлось покупать дома и просто гости приезжают. Слово «лагерь» истребили. Сегодня понимают все, что это нельзя ни возобновить, ни придумать, ни сделать. Гальян, а что там у нас преобладающее? Да. Гальян. Давай, помогаем. Может быть, за этот куль взять, да и вытряхнуть сюда поближе-то. Да? Ну-ка, посмотри. Протяни вот за этот конец, чтобы дальше было, легло оно. Протяни маленько. В сторонку, чтобы не на пол было, не на землю. Вот так. Ну-ну, гони, гони дальше. Ух ты, там спайсы. Вон караси какие большие. А то, говорит, нет, большие. Большие там потом отдельно кому-то подарить. В город послать больным. Ну, больших уже стало больше. Почему? Потому что мальки все пожирают. Их мало, и они не растут. Много. Ты куда кидаешь-то грязь-то? Прям меня, считай, экран залепишь. Мимо пролетел кусок тины. Я это все лицемером говорю. Это Роспотребнадзор, это охотнадзор, 2 штрафа, 1 миллион. То есть ограбить еще один раз, ограбить.
Повторяю, 21 тысяча сел исчезли с прудами, с кладбищами. И 10 тысяч еще дышат на ладан. Это 3 года назад я считал. Что значит? 2-3 человека, 1 человек в селе. Это считается еще не закрытый. Во всем мире нету, чтобы так быстро исчезала могучая империя. Наконец наступила расплата. Империя зла и лжи исчезла, лопнула. И чтоб никому ничего не даст. А то она замерзнет, весной ее выдует, она вся, трупы, рыбы будут по осоке разбросаны. Нет, не трожь. А мы бы не запрудили, ничего не было. Ну, это то нормально, чтобы ничего не было. Еще непонятно-то. Видишь, сколько тины захватило. Эта рыба вся пропащая была бы, вся. И много, потихоньку. Ей деваться некуда, только пропадать. Все промерзает до дна. А тут сухо было. И сделали небольшой отрожек. Вот вода здесь в нем. Это только благодаря тому, что мы здесь сделали. Платили деньги. Большие деньги. Сейчас приехал, только за доставку 20 с чем-то тысяч. Бульдозеры, платформы. Ну что, давайте. Ведро какое у вас? Там это, там Гленов, по-моему. Я не понял, ведро-то где еще? Так нет, флягу-то поднеси. Жди, что в одно ведро, в ведре оставьте, или, ведро вам надо поливать. Взяли только 2 опять ведра. Подожди, там грязь. Вон у тебя внизу, гляди, на решетке-то. Рукой спихни. Давай, поднимаю. Грязь только не надо. К тину не надо, к тину на решетке оставляй, рыбу скидывай быстрее. Поднимай выше-то. Выше-то она покатится. Ну, самосвал выше. Так, потихоньку там с грязью пошло. Надо промывать там трава. Дома там еще будут мыть. Все. Несколько раз. Здесь остатки сейчас. Невод. Пришел невод с одной тиною. А старуха пряла свою пряжу. А что сейчас заговорил бы какой-нибудь карась? Отпусти меня на свободу. Я сделаю, что хочу. Я бы его отпустил. Сказал, прочисти этот пруд, чтобы караси были большие. Ему бы это звание не понравилось бы. Ну да. По колено было, вон там было. Здесь в отрожке вообще ничего не было сухо. Это вот все воду благодаря тому, что делали мы. Ведро с карасями с большими дайте мне. В ванне стоит. Я его буду держать порядком. На туда вытащи. Давай сюда, Егор. Сюда, давай. Ох, у тебя на ногах грязи. Пошли, ты включишь там. Давай здесь. Я уже включил. Бойчик лежит. Да. Мир вам!
Мир вам! То ли никого нету. Эй, кто дома? Это не просто так. Подожди-ка. Хоть бы палочка была какая-то, вот здесь бы. Ничего нету. Вот здесь он пропускает молоко. Что есть, нет? Никого. Ну надо же так. Вообще никого. Я поневоле вспоминаю. Там где-то шумит техника в той стороне. Сейчас обойдем. Ну что, ребята? Кто дома? Вон в гараже свет горит. Свет горит, это не означает, что там есть что-то. Дома кто есть? Мир вам. Эй, кто есть? Горит свет. Что делать? На складе шумит техника. А? На складе шумит техника, вон. Ну я сейчас гляну. Да давай найдем, ведро найдем и отсыпем, и все. Тут придется так. Барабаш первый получит рыбу сегодня. Нет, не буду, да, рыбу. Пойдем. Батюшки. Неудачно. Че мне? Я потом приеду на велосипеде и сам сниму. Мне отрывать, да? Да, все, отрывай. Батюшки.